На очередной год у нас предусматривается реализация двух наших государственных программ. Это развитие сельского хозяйства и регулирование рынка пищевой промышленности. И комплексное развитие сельских территорий. На сегодняшний день бюджет, который предусмотрен нам на очередной год, соответствует бюджету, который мы заходили в этот год. Мы планируем все мероприятия, которые связаны с весенне-полевыми работами, предусматриваем в полном объеме, как и в этом году. И все основные мероприятия, которые у нас есть по поддержке сельского хозяйства, остаются на том же уровне, который мы имеем в этом году. Также на следующий год мы будем реализовывать программу комплексного развития сельских территорий. Там объем финансирования даже выше, чем в первоначальном бюджете этого года.